Всем привет! С вами канал Территория мужчин, и сегодня я вам расскажу, как проверить на оригинальность камеру SJCAM SJ4000. Наверняка многие, кто интересовался этой камерой, знают, что подделок на эту камеру существует огромное количество. Цена начинается от $30 и доходит до $100. От себя скажу, что оригинальная камера не может стоить ни 30, ни 50, ни $60. Минимум она может стоить $80-$85 на нынешнее время. Далее, что я хотел рассказать, как именно проверить камеру на оригинальность. Вот для этого нам нужна сама коробка. Вот с правой стороны у нас есть вот такая наклеечка. Здесь надо стереть и посмотреть код. Вот вы видите у нас код. И зайти на этот сайт. sjcamhd.com/safe. Сейчас мы зайдем и будем вводить этот код. Открываем наш браузер. Вот у меня этот сайт уже открыт. И в нем мы видим вот 4 окна. Сюда мы вводим наш код. Итак. Код ввели, проверили правильность его ввода и нажимаю кнопку чек. Немного подождем и смотрим, что у нас написано. А точнее, спасибо, ваш продукт имеет официальную лицензию. Вот таким нехитрым способом мы проверили, действительно ли наша камера оригинальная, или же это очередной фейк. От себя скажу, для чего это нужно. В первую очередь для обновления прошивки с официального сайта. Есть очень много случаев, когда официальную прошивку заливают на фейковые камеры, и они перестают работать. В худшем случае или в более лучшем случае теряется функционал. В оригинальных камерах этого нет. Далее, в оригинальных камерах наиболее функциональное и полное меню, которого нет в фейковых камерах. Ну, естественно, качество видео, качество изготовления и прочее, прочее, прочее. Вот, благодаря такому очень простому способу мы можем определить, действительно ли наша камера оригинал или же нет. С вами был канал Территория мужчин. Ставьте пальцы. Всем пока.